какой же вывод, друзья? Вывод очень простой, но очень важный. Деградация. Деградация. Деградация, разложение, развращение общества, но не только людей светских, но и среди верующих это проникает. Это не полный вывод. Вы видели платья свадебные, которые были 30 лет назад? Вы видите свадебные платья, которые были, которые есть сегодня? У меня к вам вопрос неожиданный. Как вы думаете, какие будут платья через 30 лет? Интересный вопрос, правда? О будущем так повоображать. Поэтому для нас важно не только как было, не только как есть, а как будет. Если мы ничего менять не будем, то вы представляете, ну как будут ваши дети, внуки или мои девочки, как они будут выходить замуж? Вы понимаете, с чем мы столкнемся? Потому что идет обучение только с одной стороны. Одностороннее, вот такой brainwash. Вот что норма. Но для христиан у нас есть другая норма. Поэтому нам важно понимать, что будет хуже. Новое поколение превзойдет в разврате нас. Легализируют то, что раньше было неприлично. Поэтому нам стоит бить тревогу. Потому что развивается общество. Идет большой фокус и ударение на внешность. На внешность. Не на внутренность. На внешность. Фокус, энергия, все идет туда. Возьмем такие моменты, как, например, сережки, ногти женские, одежда, салоны для красоты. Вот возьмем нашу церковь или вообще церквя. Вот как было 10 лет назад и сейчас? 20 лет назад как было и сегодня? Вы чувствуете разницу? Вот как было 20 лет назад и как сегодня? Вы не думаете, что намного больше идет туда? Кажется, как будто бы нас повернули. Мы так шли, а нас так чуть-чуть так завернули, повернули, развернули в другом направлении. В другом направлении, друзья. И оно, кажется, идет вот это все такое, все как-то поменялось. Сейчас этого всего больше. Моя 6-летняя дочка уже просит у меня сережки. Я ей никогда об этом не говорил, никогда об этом не учил. Но она всегда об этом мечтает, всегда хочет этого, всегда этого просит. Я думаю, так, ну почему, ну откуда? А моя сестра в ее возрасте об этом даже не думала. Кажется, ну как что-то идет, какое-то влияние откуда-то идет. И у меня здесь вопрос не в том, что это грех или не грех, я не это пытаюсь выразить. Я пытаюсь выразить, как наш фокус переведен на внешность. Сегодня, друзья, салонов красоты больше или меньше? Или одинаково? Это факты. Их больше. А теперь возьмем ваш семейный бюджет. Семейного бюджета уходит на внешность сегодня больше или меньше? Ну, мы же честные, нам сам себя не обманешь. Семейного бюджета уходит на внешность намного больше, чем раньше. А теперь вопрос, а как насчет бюджета, который вкладывается во внутренность? Для баланса. Бюджет, который и силы, энергию, которую мы вкладываем для развития внутренней красоты нашего духа. Снова для баланса, ради справедливости. Сколько туда уходит времени, энергии и денег? И мы сразу стоим перед одним таким неудобным вопросом. Куда мы движемся? Внешность или плотское, оно, друзья, забирает по нарастающей наше внимание, наше время, наши деньги и последнее сердце. Когда мы фокус, внимание, приоритеты сбиты, мы вкладываем вот в это, то вначале оно забирает только внимание, а потом сердце. А вот это уже очень опасное состояние.